Район күләмендә генә түгел, республика һәм төбәк ара бәйгеләрдә дә җиңүче. Логика речи присутствует. Поставленный голос, приятная внешность, умение держаться перед камерой. Жюри сегодня подводило итоги двух туров. 41 эссе в первом туре, 28 презентаций во втором и всего 6 финалистов. Выбор оказался непростым. Важна была такая составляющая, конечно же, как частота речи, потому что речь идет о татароязычных журналистах. Вот, и в этом у нас экспертное мнение вот иной раз как бы даже расходилось, и мы практически путем переговоров определили ту самую заветную шестерку кандидатов. В финал вышли 6 школьниц из Лениногорского, Огрызского, Ознакаевского, Арского и Октанышского районов. Им предстоит заключительное испытание – взять интервью в студии ТНВ у определенных персон. Список мы сообщим каждому из финалистов. Участницы должны сами узнать информацию о человеке и подготовиться. Мы рассчитываем через это увидеть внутреннюю культуру ребят, которые собираются быть журналистами. И способность найти психологический контакт с человеком. Причем не просто с человеком, а с человеком-персоной. Победителей будет 3. ТНВ оплатит им учебу в Казанском федеральном университете. Уже с первого курса постигать тонкости профессии будущие журналисты будут и на нашем телеканале. Анна Городнова, Марат Сидгараев, ТНВ, Казань.